Один автомат не прописан в нашем военнике. По статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Отношения скотское от офицеров. Мы никому не нужны, подготовки ровным счетом ноль. Мы жрем то, что сами себе покупаем. Мы потратили охеренное количество бабок, чтобы просто поесть. Это же не говоря об амуниции. Вот, нам выдали боевой комплект, то есть боевые патроны. Были найдены в части. Они просто были найдены на улице в части. Физически неуравновешены. Никакой медкомиссии не было нигде, блядь. Здесь психически неуравновешены. Больные. На очереди. Первый день, как только мы приехали сюда, мы жили на улице. И во второй день. И в третий. 90% людей, которые находятся здесь, больны. Ни одно оружие не вписано ни на одного человека. 22 Уголовного кодекса Российской Федерации. Автоматы списаны со склада, нигде не числятся. Вооружение 70-х, 80-х годов. Температура, люди болеют, пневмония, заболевания, у всех температура. Гальки, у большей части состава нет ни касок, ни бронежилета. Телегу кидай, лапу кидай, по дублу кидай.